Да черт побери! Не говори! Отстаньте от меня! Сейчас всех пережарим потихоньку. Где Бром-то у меня? Что делает? Все, порядок. Дальше куда? Какие у тебя предложения, Бром? Тут еще есть сундучок. О, блин. Тихо, тихо, подожди. Магия не накопилась у меня. Шустрик какой. Все. Нет, порядком раздражают вот эти вопли шаманские. Так. И чё? Пойдем с этой стороны посмотрим. Нет, здесь тупик. Что-то мы такое тут замутили. Сейчас, вот. Так. Какая-то бесконечная башня. Сколько уж можно подниматься-то по ней? Кыш. Прекрасный удар. Всего двое, что ли, было? Там еще он. Вижу цели. Так. Ага, здесь уже и не дают даже пробежать. Ну ладно. Заходим снова в башню. Встречают нас. Да сгори ты. Честное слово. Какой-то ты зануда. Здоровье подправится. Маленько. Не в этот раз. Так, и туда-то нам никак не пройти, что ли. А зачем мы здесь вообще вылезли? Какой целью? Перестрелять вот этих вот? Вроде как перестреляли, подожди. Ага, вот. Эрагон сделал бы сразу же какую-то лестницу до самого верха. Вот так. Ну как резво скачет. Брысь. Давай, давай, отбиваемся. Yeah. Да. Тихо, тихо. Еще один готов. Сколько их, трое осталось? Один прям так и ходит за мной, а? Настырно. Жареный цыпленок. Не пускайте их, Дурзя! Дурзя. Дурзя ваш. Сыкун такой, столько охраны набрал себе.
Блин, но раз кажется, что он стреляет прямо через Брома на сквозняк. Так, это щитоносцы, они защищаются от моих стрел. Нудные ребята. Сгори. Так, кто там еще? Тара-та-тара, уведем его подальше. Ну что ты тут, разобрался с ним, нет? Что-то он какой-то вообще призрак. И что здесь у нас? Спускаемся вниз. То вверх, то вниз. Надежно запрятали девушку. Стреляй их, стреляй! Тупо, блин. Хороший очень навык. Не знаю, без него, наверное, мне бы тут тяжело пришлось. В рукопашном. Так, там что опять у нас? Тупик. Долбанный лабиринт. Подождите, у меня такое ощущение, что мы кругами ходим. Или мне кажется? Тихо. Размахались. Пока, дружище. Давай, до свидания. В упор же в тебя стреляем, мужик, ты чё? Бронеубойный какой-то. Ну, пошли. Хотя, не знаю, мы вроде здесь все зачищали. Если бы мы ходили кругами, наверное, бы здесь уже бы никого не было. Нет. Ничего такого не вижу, где можно было бы зацепиться. Да что такое? Нет, вот смотрите, не разбитые сундучки, значит, все нормально. Идем туда, куда надо. Да отвали. Давай. Вдвоем его. Быстренько вырубили. Неужели пришли? Не может быть. Или очередная ловушка? Мужики, ну вы заколебали. Заколебали, честное слово. Вы же знаете, чем дело кончится. Я же вас всех зажарю просто. Элементарно. Ну или зарежу, не знаю. Кого как. По настроению. Как там, Брум? Дерешься? Молодец. Спокойно. Да блин. Ну тебя точно зарежу. Гад какой, а. Вот так вот. Все притихли, уходим. Подожди, подожди. Мы же отсюда пришли. Ничего не понимаю. В
Вот и складывается впечатление, что это замкнутый круг. Так, здесь еще не были. Я уже не знаю, на каком этаже, честно говоря. Че он там опять? Бронежилет одел? Да давай уже, сгори. Некогда с вами возиться. Верите, нет? О, опять что-то новенькое. Так, да-да-да. По камням не ходить, это я помню. Главное вниз не свалиться. Черт. Нет. Не может быть. Как же так, Рагун? Даже шаман замолчал. Такой в натуре, как же так? Да, бывает такое. А что? Так, теперь я буду крайне осторожна. Прямо крайне. Прям по шажочку. Очень хочется идти все заново. Ну так, для устрашения обваливаются эти камни. Конечно, нелепо. Но, причем, заметьте, Рагун пошел один. Бром ждет, чем дело кончится. А, потом просто телепортировался такой и все. Хитрая рожа, ладно. Этой башне сотни лет. Да блин, не говори. Рушится прямо на глазах. Ну, и перелазим что ли на ту сторону? О, черт! Обстреливают! Давай, шевели колготками! Я здесь. Я чувствую. Добрались. Нет, это ловушка. Да, и она уже сработала. Это и есть всадник. У тебя есть выбор. Всадник. Я и ты. Вместе несокрушим Гальвадора Икса. Ну что, нам надо его завалить? Поджарим немножко. Подвластны темные силы. Ага, он исчезает сразу. Блин, гад. Не поджарился, что ли? Сгори. Похоже, долго мы будем с ним биться. Ой. Он меня схватил. Гадский противный колдун. Это ты так мерзко орал тут? Сгори. Отвали. Дурза, Дурза, давай. Расправимся мы с тобой. Вон, нифига еще акробат. Давай, держи его, я его стреляю. Еще порубаю. На мелкий винегрет.
Гори. Ну, конечно, он такой телепортер, блин, гадский. Хотя у него уже половина здоровья. Так что не такой уж он и крутой. Подожди, подожди, нет у меня... Нет у меня здоровья. Так, надо было поджечь его. Не здоровье, блин, все перепутала. Магии. Что с ним надо было замутить-то? Где он? Давай, руби его, я его держу. Бром, давай. Пнул ему такой подсрачник. Молодец. Ты настоящий друг. Испугался мальчишки, дурка. Конечно, испугался. Ты меня не ранишь. Ой-ой-ой. Попал. Есть. Я, по-моему, в него успела выстрелить. Ну, не знаю, вот так вот я наношу ему урон или нет. Это я как-то не вижу. Да убьешь, убьешь. Как не убьешь-то? Опа! Ох, схватить бы его! Не успела зажарить. Мальчишка, я всадник! Помоги мне! Сейчас. Так как только собираюсь его поджарить, он сразу сваливает, блин. Так, сейчас, сейчас, сейчас. Есть. Поджарили немного. Хорошо, что в этом поединке меня не бросил Бром. Да блин, гад. Опять свалил. В легенде сказано, последнее, что слышит всадник перед смертью, это крик умирающего дракона. Слышишь? Нет! Бром, не надо. Не умирай. Мне пора уйти. Ты дал мне надежду, Эрагон. Обещай, что найдешь варденов и исполнишь то, что суждено.